Итак, всем здорово. Сегодня необычный видос, так сказать, real life. Чем я занимаюсь на работе? Погнали! Нужно сделать мне поджопник. Увидите зачем. Ну, в общем-то, вот он, поджопник готов. Нужен он мне, потому что буду лазить там. Модернизация. Там брат поет. Поджопник готов. Ну что, в общем-то я на крыше. Сейчас будем монтировать. И буду сидеть я вот на этих балках. Вот туда будем монтировать. Вот как-то так. Снимать вряд ли смогу что-нибудь там я либо. Вот такой здесь видок. Утречко, так сказать. Как-то с геморроем мы поставили 3 штуки. Потому что пошел дождь. Наверное, видно? Вон капает. Кап-кап-кап. Сейчас самое мое любимое. Чай. Ну, у кого чай, а у кого первый прием пищи. Сегодня у меня, я даже не знаю название каши, и яйца. Приступим, так сказать. Зацените мое место. Какое кресло классное. А? Вон там брат. Не получается. Короче, наконец закончили. Он, брат, последнее довинчивает. Как-то так. Поел. А теперь спать. Ну, обед закончился, я встал. Пойдем дальше колотить опалубки. Ну и, в общем-то, дальше я собирал опалубки. Ну, я думаю, там ничего такого интересного нет. Просто крутил саморезы, да и все. Да и, в принципе, я снять не мог. Там надо было быстрее собирать, вот. И чуть раньше ушел с работы, потому что мне надо сидеть с сыном. Так, ну, я пришел домой. В общем, у меня спит Лёва, так что я говорю чуть тише. И время перекусить. Открываю холодильник, там есть колбаса. Открываю хлебницу, беру 2 куска. Бутер готов, детка. Ну вот примерно такой мой, так сказать, рабочий день. Концовку я снимаю вообще на следующий день, так как, а вы знаете, в связи с какими обстоятельствами я не смог ни доснять, ни домонтировать. Ну, точнее, не домонтировать. Вот. Как бы вот, так как, ну, сами знаете, у меня пополнение, у меня родился второй сын. Вот.